На конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Харитонова Татьяна, 11 лет, учебное заведение, школа номер 25, город Нижнекамск. Автор стиха Александра Панарина «Война». С войной я знакома по книгам, по старым кино и по картинам. В роду нет погибших на этой войне, но память в семье жива. Надежды не сбылись, не сбылись мечты, война помешала им сбыться. Вместо учебы работа до пота, коротенький сон и снова работа. Все силы для фронта, для нашей победы, для мира на этой доброй планете. Война — это ужас, война — это стон, война — это плач матерей. Потери отцов и сирот, полный дом, разруха и голод кругом. Война не нужна ни тебе и ни мне, соседу она не нужна. Так хочется жить на мирной земле и не знать, что такое война.